получается. Спасибо. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов лично вручает ключи от автомобиля волонтерской группе во главе с координатором Бахой Хасановым. Внедорожник передадут нашим бойцам в зону спецоперации. Вам спасибо, Максим Валерьевич. Спасибо. Да мы вообще как бы, мы тут, знаете, вот вам спасибо. Вот вам спасибо за то, что за отношения, за свою жизненную позицию, за то, что вы делаете. Активисты регулярно помогают нашим бойцам на СВО. Одно из важных направлений работы волонтеров – доставка на фронт гуманитарного груза. Сегодня мы внесли маленький вклад в наше общее дело, в нашу общую победу. Такие автомобили на передовой служат для самых разных целей, в том числе для эвакуации раненых и перевозки расчетов беспилотных летательных аппаратов. Проходимость транспорта играет важную роль. Для этих целей в труднопроходимых местах используются машины повышенной проходимости, в том числе Нивы, УАЗики и так далее. Эта машина очень пригодится бойцам. За время своей деятельности волонтерская группа доставила на фронт более 200 тонн гуманитарного груза. Им удалось объединить для помощи нашим бойцам более 1500 человек. Иван Чинаев, Александр Корнеев, Мария Головачева. Новости Большого округа.